Здравствуйте, друзья, с вами Айбек. Очередной видеообзор трехкомнатного дома с общей площадью 144 квадратных метра. Участок 12 соток, две красные книги, территория огорожена. Дом кирпичный, построен в 2016 году. Пластиковые окна, большой и просторный зал размером 7 на 5 метров. В зале пол из ламината. Санузел в доме полностью кафелирован. Аристон на 80 литров. Спальная комната размером 3 на 4 метра. Третья комната переоборудована под магазин. В связи с переездом сейчас она не работает. Вода в трех точках. Два септика. Просторный очаг-кана. Погреб. Два больших сарая. Навес. Вся мебель в доме остается по договоренности. Давайте подытожим. Трехкомнатный дом с общей площадью 144 квадратных метра. По адресу Мурманская, 29А. Дом кирпичный, 2016 года постройки. Большой и просторный зал, санузел в доме. Третья комната переоборудована под магазин. Участок 12 соток, две красные книги. Вода в трех точках, два септика. Очаг канала, два больших сарая. Хорошее стратегическое расположение. Пешей доступности от дома. Школа, детсад, гостиницы, медицинский центр, маршрутные линии. В 5 минутах на авто, строительные магазины, общая баня, маркеты, базар. Цена дома 40 тысяч долларов. Есть варианты обмена на квартиру в городе Каракол или в Бишкеке. Телефон оставлю в описании под видео. С вами был Айбек, до новых видеообзоров.